И снова я здесь. Что ж, начнем. Друзья, всем привет, с вами я, Лайбран, и это вновь та самая карта, с которой мне еще пока не удавалось бежать. Снова этот, окутанный моими фобиями, коридор. А также эти шепоты, как я мог про них забыть. До сих пор мне неизвестно, что находится за той щелью. Что ж, ладно. Ну давай уже. Вы жертва, ваша задача выжить. Ну вот, я снова здесь, в этом чертовом кабинете. Снова этот чертов ключ, открывающий эту чертову дверь. И... Стоп. Погодите-ка. А вот это вот что-то новенькое. Такого я прежде не видел. Наверняка и ты не знал существования подобного источника годноты, так ведь? Ну да. Ну так давай познакомлю. Пилотка совсем недавно ступил на путь ютубера, и как по мне, он уже делает неплохие видео. На его канале вы можете увидеть сериал по Рейку, видосы по мини-режимам от Нейзи и другое. Сделай красную кнопку серой, тебе просто, а ему приятно. Ну а на это минута продажности подходит к концу, всем приятного просмотра. Так, ладно. Погнали тогда уж. О, предохранитель, отлично. Сразу сходу. Так еще и ключ, ни хрена себе. Кажется, я его слышу. Вон он ходит. Побежал. Да, вот он. Сейчас нам надо его пропустить, чтобы он прошел туда. Так, ну давай, да. Осмотрись, посмотри и проваливай. Все верно. Так, сейчас мне нужно сходить... А? Где? Куда? Сходить направо. Там есть у нас туалеты. В принципе... Вот это плохо. Вот это очень плохо. Он меня здесь не достанет. О, там предохранитель. Сейчас сквозь толчки проскользну к нему. Оп. Сюда? Это было на грани, ладно, меня чуть с самого начала пилой не цапнули. У меня есть два предохранителя. В принципе, я могу ими воспользоваться. Починю, наверное, самые дальние сначала, чтобы самый ближний потом... Ну, просто пришел, поставил, убежал. Типа, так будет попроще, я думаю. Так, у меня есть огнетушитель, есть ключ. Следовательно, я сейчас могу сходить... Привет, Нейзи. Следовательно, я сейчас могу сходить в какой-то из офисов. Аптечка мне пока не нужна. Я, наверное, схожу в другой, там, где обычно спавнится... Опа. Там, где обычно спавнится ключ. Так же, как и предохранитель. Ага. Ну, наверное, он шокирован тому, что уже два щитка взведены. Ну, да давай, потихонечку проваливай. А мне надо идти на поиски. Не люблю я вот эту вот локацию. Сам. Опа. А вот это не есть хорошо. На тебе. Так. Окей, держимся. Блять! Я застрял. Так, окей, проходим дальше. Нужен еще огнетушитель. Ну давай, проваливай уже. Фух. Вот это замансил, конечно, ладно. Окей. Предохранитель. Я аккуратно так на жопе проскольжу до предохранителя. Оп, сюда. Мне нужен ключ еще один. Ключа там на столе вроде бы. На столе ключ! Отлично, я могу сразу два кабинета открыть. Джекпот. Джекпотный, типа... Фу. Так, ладно. О! Меня он видел, да? Меня он видел? А! Да, видел! Блять! Что ж, ну давай. Окей. Как мы тут с тобой разбираться будем, друг мой? Ну нет! Блять! Да дай мне уже уйти! Сука!
Так, давай, давай, давай. Да ты ж мразь-то какая, а, хитрая. А, нет, так не получится. Ты тоже, что ли, на стол умеешь вкарабкаться? Сука, мы тут застряли надолго. А я спрятаюсь, а меня тут нет. Блять, надо ему как-то огнетушителя выебать, чтобы он успокоился. Давай, 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 сука, проходи. Насилуют! Убивают! Помогите! Спасайся, кто может! Ах, господи! Так, так, ага. Заводит! Заводит! Блять! Господи! Окей. Это с одного удара столько! Это капец! У меня было фуловое ХП, он мне столько снял! Жесть! Я на один тык остался? Серьезно? Это как? Пиздец. Мне нужно срочно до аптечки добежать. Потому что если я сейчас не отхилюсь, ну, я труп, все. Сюда. В этом кабинете нет ни хрена, вы что, угораете, что ли? Просто так ключ просрал, надо было посмотреть. Хотя у меня времени-то не было особо. А куда ты полетел? Полетел, полетел, дорогой. Я не успел посмотреть, куда он убежал. Так. Ключ. А тут можно где-то сныкаться? А? Вот так вот. У меня есть ключ еще один. Отлично. Это хорошо. Это замечательно. Сейчас мне нужно аптечкой воспользоваться. А дальше можно идти. Так. Опа, опа, рядышком. Сейчас сюда наверняка... Да. Проверил, закрыто ли или нет. Она открыта. Ну, теперь он знает то, что я фуловый в плане ХП. Пошел налево. Окей. Побежали, полетели. Кажется, он меня... Да, он меня увидел. На тебе! Сволочь! Успел. Ну, что ж, один огнетушитель я уже просрал. Окей, погнали. Пора отсюда сваливать. Было бы все так просто, блядь. Оп! Сюда. И все. И я скрылся. Тук-тук-тук-тук-тук. Куда это он? Он что ли знает, что я здесь, да? Получается, или что? Не дает мне выйти отсюда, тварь. Ну ты глянь. Давай, проваливай. Так. Гад смотрит в окно, ну вы посмотрите на него. Ну привет, вот наши взгляды и пересеклись. Че встал? Давай, гуляй иди. Мне надо до лифта как-то добраться, причем остаться в живых. И чтобы меня пилой, блядь, не цапнули. Вперед. На поиски приключения. Блять. Шатал я в рот такие приключения. Он ходит, контролит этот лифт. Он там просто так пройти не даст. Гад такой. Знаете что, я сюда, наверное, зайду. Для начала. Так. Что у нас на кухне есть? Может быть, карточка какая-нибудь или... О, сковородка. Еще одно оружие. А? Он сюда пришел. Это не есть хорошо. Ой-ой-ой, вон он. Вы посмотрите на него, а? Гад такой. Смотрит ведь, но не видит. Слепой потому что и дурак. А, кого? Правда, из-за этой сковородки, вот честное слово. Ну ни хрена не видно.
На тебе! Так, так, так. Давай, вперед, 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 вперед! Я смог! Я смог! Первое препятствие преодолено. Впереди еще таких 4. Так, карту надо рисовать. Окей. Кить. Огнетушитель сразу возьму. Тут есть что-нибудь? Болторез! Счастье это какое? Так. Аптечку возьму. А! Блять! Мне пиздец, да? Блять! На тебе, блять! Отпусти меня! Хватит нашиловать! На тебе, дурень ты, блять! Ага, все. А меня больше нету. Ладно, окей. Берем ключ от библиотеки, да? Все. Чилим, кайфуем. Ха! Кого? Никого. Блять! На тебе нахер! Получай сдачи! Господи! Боже! О боже! О боже! О боже! Все. Живем, живем. Оп-оп. Тын-тын-тын. Мы жарим картошку. Ну, пока что жарят только меня. Фу, я еще жив. Отлично, это очень хорошо. Эмоции не описать. Чувствую себя превосходно, как будто заново родился. Ключ! Обалдеть! Давай! Блять! Господи, где дверь? О, боже! Фу! Так, куда? Сюда. Да давай ты! Да что ж ты будешь делать-то? Черт, куда бежать? Никак меня не отпустит, тварь. В туалет. В туалет и сюда. Все. О, господи, я недавно же аптечку только завязал. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Ай, блин. Где чертова аптечка? О! Это превосходно. У меня есть еще один ключ. Надо отсортировать все правильно, потому что это... Ну, это пиздец. Что ж, надо отсюда проваливать. Проваливать, да поскорее. Где чертова библиотека? О, кажется, я к ней сейчас иду, кстати. А вот и библиотека. Вот моя любимая библиотека. Обожаю читать книжки, ну-ка. Ага, ключ от кладовки нужен. Он здесь ведь? Ну давай, проваливай. Чушь. Надо добежать до выхода как-то и до генераторного этажа. Помнится мне, там есть аптечки, а следующий этаж, он отравлен газом, поэтому... Я могу, в принципе, сразу за вентиль взяться. Ибо я знаю, что к чему. Ибо я тут уже не впервые. Так, прямо и направо. Прямо и направо. Да что ж ты... Прямо и направо. Кстати, в прошлый раз была открыта эта дверь. Ага. Это уже нараспашку. Ну-ка. А может быть нижняя тоже теперь открыта? Я не знаю. Не, нужно ключ от лестницы. А это по-прежнему открывается с другой стороны. Ладно, окей. Без проблем. О, огнетушитель, это мне надо. Не хочу я, не хочу я туда идти. Я знаю то, что этот этаж отравлен газом. Нет. Ну или насрать, пофер. Посмотрим, может быть сейчас газа тут нет. Ну, вроде бы не похоже. Блять! Да ёбаный ты рот! Все-таки придется опять с вентилями. Крутить, мутить всякие дела. Ага, вот один из них. Это куда я забрел?
О-о-о-о-о-о-о. Забавное помещение, конечно, но... Опа. Он здесь. Он здесь, и я на один удар. Это нехорошо. Мне надо как-то дойти до сейф-зоны. Там есть аптечка. Так, сюда. В принципе, очертания всего этого этажа я помню. Учитывая то, что в прошлый раз я тут ходил, бегал. И сдох. Потому что не смог протиснуться. Ладно, в принципе, один из вентилей я нашел, вылечил себя и... думаю, можно уже поставить один из этих вентилей. Хотя я бы хотел найти сначала все эти вентили, а потом уже ставить. Кажется, он пришел. Кажется, он пришел, а если он пришел, значит, надо прятаться. А вот он и идет, наш дорогой и уважаемый друг. Что ж... Уходит. Потихонечку-то проваливает. Ага. Ну, думаю, это шанс. Этот вентиль слышно на весь этаж. Дрянь. А, мне конец. На, блядь, вставай, побежали. Господи. Окей. Блять! Ну и чё ты устал? Давай проваливай уже отсюда. Давай! Так. Наполовину прокрутил. Задачи почти я уже справился. Окей. Фух. Так, сейчас он идет. Как только я услышу вот эту дверь, он ее не закрыл. Это не есть хорошо. Ладно, давайте так. Опа. Ага, побежал. Как только я начал крутить вентиль, он сразу завелся, вы слышали? Я говорю, тут этот вентиль поганый, слышно, на весь этаж. Ага, вот, идет. Вентиль-то еще не готов, проваливай отсюда. Так. А знаете, что я сделал? Я вот так сделаю. Полетел, дорогой. Полетела, роднулька. Ну-ка. Ага, вот заходит. Он дверь за собой опять не закроет, я более чем уверен. Сюда? Готово? Или думаю... А! Вот это плохо. Это плохо! Да закройся ты уже! О, вентиль. Спрячусь сюда и буду здесь сидеть пока что. Второй вентиль у меня есть. Это хорошо. Окей. Это вроде бы единственная комната вот по этому коридору. Или там что-то было справа или слева. В любом случае мне надо еще искать. Мне нужен третий вентиль. Я перекрою шлюз. И спущусь на следующий этаж. И все будет хорошо. Где у нас? Все как ни в сказке, ни в вентиле, ни в ласке. Вот это не есть хорошо. Так, аккуратно. Давай, сматывай уже отсюда. Мне пора вентиль искать. Имей уважение хотя бы. Спасибо. Дверь закрыл и ушел. Растворился в ночи. Давай! Меня он видел? Нет? Видел! Это не есть хорошо. Куда я бегу? Аптечку бы по-хорошему найти. Ага, вон, партикла от него были. Немножко пылинки. Заводит свою пилу, мразь. Рядом. Ой. На лестницу. А!
Черт, нет! Блять, какой же я кретин. Ой, блин. Хотя, погодите. Блять! Дерьмо. Дерьмово как. Теперь я точно на один хит. Я сам себе могилу вырыл. О, вот эта штука пригодится мне. В этой комнате не надо сидеть. Надо дальше идти. Ни единой аптечки. Вот это очень плохо. Окей. Ну чё, проваливать собираешься? А где вентиль еще один? У меня вопрос такой христианский. Ни вентиля, ничего найти не могу, только вот один вентиль нашел и все. Надо будет трубу проверить, кстати. Если, конечно, проживу. Ну давай! Погнали. Ладно, окей. Куда-то он уходит. Он пошел как раз-таки туда, куда вообще не стоило бы ему идти. Ну, по крайней мере, он этим мне минус большой дает. Хотя, секунду. По-моему, я вот это помещение полностью-то не осмотрел. Хотя нет, полностью. Ага. Ну-ка. Пошел, пошел. Вальяжненькой походочкой. Погнали. Это мой шанс закрутить сейчас вентиля. Вперед, вперед, вперед. Где еще вентили-то? Блять, я застрял. Да, я оплошался в очередной раз. Друзья, я вам обещаю, в следующем выпуске я постараюсь, вот честно, постараюсь сбежать с этих гребаных 5 этажей. Я на самом деле сам устал, потому что я до сих пор не смог оттуда сбежать. Но это вообще ни в какие ворота не тянет. Не забывайте также про все мои соцсети, ссылки на которые в описании под видео. С вами был, как обычно, Лайбран. Всем удачи и всем пока.